Столичная полиция проводит проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой таксист грубо нарушает правила дорожного движения. Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Видно, как автомобиль желтого цвета с названием одного из крупнейших агрегаторов переезжает через тротуар на соседнюю полосу. Опасный маневр заметили двое парковщиков. Они пытались остановить нарушителя, однако лихач нажал на газ и прокатил на капоте одного из мужчин. Не стал препятствием для таксиста даже шлагбаум. Водитель снес его и скрылся с места происшествия. Полицейским предстоит выяснить, за каким автопарком числятся транспортные средства и кто находился за рулем машины.